Добрый вечер, Добрый вечер. Генерал-майор Багиров Фейрус, уважаемый наш человек, наш талыш, мы гордимся вами. Я хотел бы вам задать вопрос. Вопрос такой. Керим Керимов, это в Москве, который очень такой великим человеком был. Я хотел бы узнать, кто он такой, кем он работал в Москве. И по национальности кто он? Спасибо. Я очень горжусь, что вы такой вопрос поставили здесь. Я вам кратко, но обширно я не смогу вам отдать. Этот человек был очень секретным человеком. Вот он был председателем космонавтика. Ну, тогда я был майором должностным. Меня отправили в командировку в космодром. Но когда я был у него, он узнал по моему, значит, личное дело, познакомился и дал такой же вопрос. Говорю, вы откуда? Я сказал, с Азербайджана. Говорит, по-талышски он меня сказал, вы азербайджанец или талыш? Я говорю, талыш. Он начал со мной по-талышски разговаривать. И тут же меня сказал, вы знаете по-талышски какое-то стихотворение? Я говорю, конечно, знаю. Ты, пожалуйста, рассказывай. Я слышал от этого стихотворения свою дедушку. От дедушки. Вот. Татюр, татюр, ангивинашон. Кина мадаба толошон. Толошон тюкей кардан. Кина болор рюкей кардан. Кина будаба саколу. Пунышт паха мифтаполу. Он тут же начал, тоже баталышеское стихотворение, значит, сказал... Чегашанга чама бугун, сысыду да сефатугун, амбу, дамбу, хамараса, хуштили ширяпаса. Потом он мне сказал, рассказывал, что корень моей, значит, с Ленкоранского района, древний, Баладинский древний, у меня дедушка там родился, я родился в Нардаране. Я был очень эхтивнин, такой, значит, человек. То, что который с детства меня отправили в Москву. Я работал с детства, значит, в Москве в секретных отделах. То, что который сейчас я являюсь генерал-лейтенантом, герой социалистического труда. И вся космонавтика подчиняется мне. В сегодняшний день больше у меня адъютант.